Мы рассмотрим очередную схему инвертора с микросхемой таймера 556. Эта схема представляет собой маломощный инвертор. В этой схеме всего лишь несколько компонентов, около 9 деталей, входное напряжение питания от 10 до 15 вольт. Затем это напряжение на выходе поднимается до 230 вольт. Микросхема таймера IC556 подключена как нестабильный генератор с элементами резистор R2 и конденсатор C1, который устанавливает необходимую частоту генерации. Прямой выход с микросхемы 556, но это ножка номер 5, через резистор R3 подключен к транзистору Q1. Второй выход микросхемы – это фазовый инвертор, ножка номер 9, через резистор R4 подключен к транзистору Q2. Трансформатор. Трансформатор можно использовать обычный понижающий трансформатор 230 вольт на 12 вольт, который подключен в обратном порядке. То есть первичная обмотка – это низковольтная обмотка на 12 вольт, а вторичная обмотка – это повышающая на 230 вольт. Поэтому трансформатор не понижает напряжение, а повышает. Расположение выводов микросхемы NI-556 – это блок диаграммы микросхемы, или же компоненты, из которых состоит микросхема NI-556. Транзисторы Q1 и Q2 – это биполярные составные транзисторы Дарлингтона. Расположение выводов мы видим на экране, а также внутренняя структура транзистора TIP-120. Аналоги транзистора TIP-120. Это маломощный простой инвертор, которым можно питать маломощное устройство, которым необходимо напряжение 220 вольт. При исправных деталях и собранной схеме без ошибок этот простой инвертор начинает работать сразу. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы знакомимся с интересными и очень простыми электронными схемами.